Не так давно, украинский, да и не только украинский инфопростор буквально порвала новость о том, что США передали Украине 100 штук высокоточных дронов Камикадзе Switchblade. Это вот такой вот дрон. К сожалению, из доступного мы нашли только вот этот материал о его использовании на учениях. Дроны эти бывают двух типов: более тяжелые для деактивации танков и бронетехники, и более легкий противопехотный. В общем, этот дрон может летать в тяжелой версии до 40 минут на 40 километров, а в легкой на 10 километров и зависать над целью до 15 минут, и, так сказать, искать цель. Ну а когда нашел, то его эффективность практически равна 100%. Первая партия, как мы сказали выше, была 100 штук. Ну и самое главное, о чем сегодня наш ролик, это то, что украинские военные, так сказать, прошли курсы в США, где научились пользоваться дронами Камикадзе и Switchblade. Об этом сообщает Reuters. Украина получит два вида таких беспилотников, а их операторы, обучавшиеся в США, уже в ближайшее время отправятся в Украину, сообщают в Пентагоне. Беспилотник Switchblade оснащен камерами систем наведения и боеголовками, и может развивать скорость около 100 км в час. Может пролететь пехотной версии около 10 километров и зависать над целью примерно на 15 минут. Дрон, используя GPS-координаты в реальном времени и видео, что позволяет быстро и точно определять цели и наносить максимальный ущерб. Короче, друзья, эта штука не зря буквально наводит панику на противника, потому как не спрятаться от нее. Она влетит в любое маленькое окошко. Не сбить ее. Она очень маленькая и быстрая, практически нереально. А обучившиеся ею пользоваться операторы, по последней информации, уже направляются в украинские войска. И они наверняка приедут не с пустыми руками. Сотни, две, три дополнительных Switchblade'ов они с собой точно привезут.